Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня будем жевать на скайблоке Minecraft Pocket Edition. Наверное, все знают эту карту, скайблок, она есть на ПК, но сегодня мы будем играть на версию Minecraft Pocket Edition. Как видите, тут уже построен генератор камня, это строил не я, вам честно говорю. Так, давайте заглянем в сундук. В сундуке у нас тут есть яйца спавна свиньи, курицы, овцы и коровы. Так. Есть у нас также два острова, точнее один остров и три сундука. Стоят деревья. Ну, чтобы их срубить, давайте подкопаем землю, чтобы, ну, так сказать, ростки деревьев не упали там в яму. Так, у нас тут есть уже готовое дерево. Ну, я хочу сейчас сделать кирку и маленько, так сказать, накопать камень. Так, ныряем. Так, почему ты долго копаешь? А, я забыл. Да, кстати, кто не заметил, но в версии добавили такую функцию. Если ты копаешь под водой, то камень будет, или другая иная вещь, будет ломаться два раза дольше, чем на суше. Вот такой прикол. Ну, конечно, раньше его не было. Версию делал схожий с ПК. Так. Что тут еще? Давайте еще. Так, ну, наверное. Теперь хватит, да? Чтобы сделать каменную. Так, тогда придется нам еще поломать камень. Булыжник, точнее. Но если я. Ой, если я не ошибаюсь, то я смотрел такие видео, где можно найти специальные зоны камня. И там камень будет ломаться быстро очень. Он будет, точнее, быстро появляться. И быстро можно будет его нарубить. Но эти зоны надо искать. Так, уберем давайте все. Так, и сделаем мы лопату, чтобы быстро накопать землю. Так, так, все, побежали. Так, конечно, это не железная, не алмазная лопата, но ломаться все равно будет быстро. Главное не подкопать там лаву, а то потекет наша лава. Так, там, наверное, да, вот тут очень большой слой земли, так что можно будет в будущем еще всю землю скопать, оставить один слой. Ну, лучше оставлять два слоя, так как вы случайно подкопнете землю и свалитесь. Был такой случай, что на скайблоке не оставляется точку спавна на этом. И когда вы падаете, вы больше не возрождаетесь. Думаю, здесь такого нет. Если здесь такого нет, то... Ой, точнее, если здесь есть точка спавна, то вторая часть будет. И если нету точки спавна, то второй части не будет. И вы поймете, почему. И, кстати, кто не знает, как вот так класть, нужно... Это идти на, ну, на режиме приседания. Точнее, на компьютере это будет Shift. Нажимаем на Shift и идем по блоку, по краю блока. И мы даже не упадем. Так, с этой стороны тоже надо. Как видите, вот я не падаю. Я могу дойти до самого краю. Так. Так, вот как видите, земля упала. Вот поэтому я про это и вам говорил. Про дерево. То, что если мы будем копать дерево, то все саженцы дерева начнут падать вниз. Ну и, кстати, исправили баг такой, что не выпадали саженцы в версии 0.11.0, если кто помнит. Там просто рубишь дерево, и с этого дерева может и не выпасть ни одного саженца. А сейчас их выпадает по 3, по 4, как и надо. Ну это, конечно, был очень плохой баг. Но сейчас это все исправили. Так, что сделаем, сделаем? Сделаем топорчик, да? Топорчик, так... Нужно, значит, больше камня, значит, надо еще будет накопать всего лишь маленько. Ну, точнее, вообще нужно один камень всего лишь. Так. Так, и кто, если думает, почему я, так сказать, наверху камня копаю, потому что под водой, я вам говорю, копать дольше. Так, вот у нас уже выпали саженцы. Так, туда поставил. И, кстати, да, в самой версии стало сложнее выживать. Ну, кто заметил, у меня добавлен голод. Возможно, этот скайблок не, так сказать, не оптимизирован под новую версию, так как я качал ее для версии 0.11.0. Ну, ладно, повыживать все равно можно. На всякий случай у нас есть коровка, но с коровами, овцами и курицами другие задания, их надо размножать. Как размножать, я, точнее, даже не знаю. Вот. Ну,
Мы это все посмотрим. Так. Ну, сейчас у нас другие планы совершенно. Хочу добраться до сундука и добраться до соседнего острова. Посмотреть, что там положили в эти сундуки. Так. Ну и, кстати, если будет вторая часть, то там я уже вскопаю всю землю сам и расширю остров маленько, так сказать. Так вот, я забыл, у меня там дырка. Так что не надо там будет мне копать. Вот. Так. Ну, сейчас я копаю просто так, чтобы так было. Вот. Что же еще сказать? Ну, сказать больше нечего. Так как сейчас уже все докапываю. Ну да, остальное я докопаю потом уже. Вот. Ну что ж. Вот такое выживание. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.